Они плюются. Он синий пытается показать, но он только что плевал. Он плюнул два раза. Ой, он меня плюнул. Тебя даже рыбу плюнули. Все, у меня не плюнули в камеру. Сейчас. Я все про это. Подожди, пожалуйста. Вот. А, она запылится и все испортится. Ой. Вот они делают иногда вот так. Да ну нафиг плевать в тебя. Брызгун, прыгун. Если они смотрят, как другие рыбы охотятся, они начинают точнее стрелять сами, если никогда этого не делали. Ой. Он попадает, да. Он не понимает, почему не получается. А можно мне попробовать? Не сманивай моих рыбок. Сплюнули у тебя? А мою им не нравится, у меня что-то осталось с ними. На меня кузь за палец сделала. Я вплеванная рыбками. У них есть специальная борозда на нижней челюсти, вот, которая создает вот такой вот канал. Ну или можно так сделать, да. Сейчас мы попробуем с Рианцуса тоже покормить. Может, вот эти хоть ближе? А, давай, да. Я просто так. Но они его боятся. Такой большой кусочек ей. Нет, она уронит сейчас, нет? Вот, просто если делать кусочек меньше, то его да. Ой-ой-ой. И тот уронила, смотри. Ну, ничего страшного. А рыбки подберут? Да. Ой. Нет. Почти долетел. Да. Ну, все, пойти мне на надать. Вот, кому-то не хватило. А ту не достать? А, у нас есть белые манты. То есть наш ботаник называет белыми мантами. Черные манты. Вот, и красные манты. Отличаются листьями. Я от тебя ожидала. Более крупные и такие более крупные.